Отбивная и мякоть по 250, вырезка 280. Я так цены смотрю, интересуюсь. Это говядина, а в какую цену? Что там? Борщ 200, антрикоты 290. Колбаса по 330 рублей. Пеленгаз. Ой, я посмотрю. Да, вы себя посмотрите. Нет? Еще рано? Во-первых, рано, а во-вторых, он с пасеки приехал. Всем привет! Вы на канале Виконство. Сегодня у нас покатушки. Поэтому сразу же поставь лайк, поддержи меня. Вам не тяжело, но мне будет приятно. Отправимся в сторону текстильщика. Это Кировский район. Захватим немножко Ворошиловский. Прокатимся по городу. Покажу, как он выглядит на 2020 год. Уже все расцвело. Усаживайтесь поудобнее. Выпуск будет интересный. Я думаю, он вам понравится. Ну что, поехали? Сейчас я нахожусь практически на улице Артема. Будем поворачивать на нее, а по правую сторону у нас Сан-Сити. Уже все расцвело, красиво, зеленое, а то как-то весна не сильно показывала то, что она весна. Прохладно. Посмотрим вообще, как в этом году с зимой у нас будут обстоять дела. 2 часа дня. Видите, когда все зеленое в городе, и более приятно тебе по нему передвигаться. Кто-то любит лето, кто-то зиму. У всех предпочтения разные. Изначально хочу рассказать, что сейчас происходит в Донецке, какая здесь жизнь. Прежде всего, цены. Какие цены на продукты? Я вам так скажу, цены особо не меняются. Есть сезонные подорожания весной, осенью, но это на некоторые группы товаров. Товары первой необходимости практически неизменны в цене. Сейчас будет в основном дорога на текстильщик. Ну, кстати, по Донецку дороги в хорошем состоянии, я бы вам так сказал. Я и в других городах был, мне есть с чем сравнивать, поэтому говорю как есть. Если выехать на окраину, на объездную дорогу, то там еще можно будет над чем-то поработать. А в самом центре дорогу латают. Особенно вот центральные улицы, Университетская, Артемова. Каждый год бывает такое, что в одних и тех же местах перестилают асфальт. Из-за нагрева летом асфальт плавится. Из-за этого начинает делаться колея. Колея – это углубление в асфальте, либо в другой поверхности от колес. От тяжести автобусы у нас немало весят, да и просто от времени асфальт у нас просаживается. Храм. Кстати, кому интересно, у меня есть выпуск за этот храм. Петра и Февронии. И там слева центр славянской культуры. Если вам будет интересно, мы повторно туда прогуляемся, покажем, в каком он сейчас состоянии. Трамваи. Трамваи в Донецке здесь тоже ходят. Некоторые старые еще остались, некоторые новые. Четверка, восьмерка. Это идет в ту сторону. Восьмерка идет на текстильщик. Многим будет интересно узнать, почему
я снимаю цены на продукты. Так как эта тема актуальна и популярная всегда, она пользуется спросом. И вот некоторые люди пишут даже, что спасибо большое, я прогулялась или я прогулялся на тот или иной рынок, мне там что-то нужно купить. Я просто понимаю, что там дешевле, там дороже, там лучше, там такое увидела. Но эти выпуски интересны. Не часто, конечно, я их делаю, стараюсь хотя бы раз в полтора-два месяца за цены делать по 2-3 видеоролика. В принципе, они не сильно отличаются, но мне, к примеру, рынки нравятся. Допустим, если будет выбор, где купить продукты, я, конечно же, поеду на рынок. Если мне там не сильно что-то срочно надо, я, конечно, пойду куплю это все дело в магазине. Что касается автосалонов, еще такой вопрос, буду повторяться, может быть, даже уже и повторялся не один раз, но не все иногда просматривают видеоролики, может, сейчас кто-то услышит. В Донецке можно купить машину, как бэушную, так и новую, но если вы будете ставить на учет ее, то только местные номера. Если вы хотите купить, вот, к примеру, в этом автосалоне, вот новые машины тоже стояли, сейчас не вижу, может, убрали уже, новый автомобиль, то вы тоже можете его купить. Проблем с этим нет. Единственное, что вы сможете выехать только на территорию Российской Федерации, ну и здесь по месту кататься. Все. Вот такие вот реалии жизни. Также и с квартирами. Если вы хотите купить квартиру в городе, то будьте добры выложить энную сумму денег и купить. Документы у вас также будут местные. Других вариантов пока не существует. Киев-Конти. Вот, кстати, прямо сейчас я слышу запах сладкого печенья, то ли шоколада. Я думаю, кто хоть раз здесь проезжал, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Постоянно здесь пахнет. Фабрика Конти. Я не знаю, сейчас она вроде бы называется Дон Ко. Конфеты как были вкусные, так они и остались. Газон поливают. Еще по утрам, я вот замечал, в 4, в полпятого утра, может даже с 3 часов, ездят вот такие поливальные машины и заливают дорогу. Дорогу заливают для того, чтобы, прежде всего, первое, это помыть ее, я так считаю, а второе, чтобы она не сильно нагревалась. Может быть, кто-то еще знает, какие варианты существуют, я обязательно их прочитаю в комментариях. Мариупольская развилка, Ждановская, и отправляемся в Кировский район. ГАЗ 18, дизель 49, второй 43, пятый 45 рублей. Еще вот, видите, такие новые автобусы, это Донбасс. Потихоньку старые маршрутки, Богданы, Газели, все заменяется на новые эти пазики. Так мы их назовем. Автосалон Авангард. Что там у нас? А у нас там, кстати, продаются новые автомобили. Смотрю, Hyundai Solaris стоял. Газель. Не знаю, полноприводная или нет. Вот, эти все пазики. Вернемся к пазикам. На метане. Цена метана, кому интересно, 22 рубля за кубический метр. На метане, конечно, ездить выгоднее, чем на солярке.
Большинство людей смотрят меня из-за рубежа. Огромное вам спасибо за поддержку. И прежде всего хочу поблагодарить тех людей, которые присылают мне донаты. Я всех на память не могу перечислить, вот так вам сразу сказать, но большое вам спасибо. Периодически люди присылают помощь просто так. Некоторые пишут просто так, либо пишут спасибо за то, что там показываешь родные места. Кто-то с Аргентины, кто-то с Бразилии, кто-то с Израиля, кто-то с Америки. То есть очень много людей, которые раньше здесь жили, не вот только выехали там 13-15 год, а вот 2005-10 год по тем иным обстоятельствам уехали с города. И все равно всем интересно, как сейчас выглядит город детства либо юности. Здесь, я так понял, бордюры убирают. Да. Погрузчик. Человек 15, наверное, и что-то они убирают. Очень много работает коммунальщиков. Очень много. По поводу зарплат я вам не скажу. Но я думаю, не меньше 6-8 тысяч рублей они получают. Но это так, на скидку, порядка... в среднем 3,5-4 тысячи гривен. Может, кто-то 10 получает от выслуги лет в зависимости. Ну, такие вот где-то зарплаты. Еще вот по текстильщику есть такая особенность. Туда ближе к июлю месяцу, к концу июня, очень много здесь насажено деревьев. И пуха летит просто, иногда невозможно смотреть сквозь стекло. Колоссальное количество этого пуха летит. Да он и сейчас уже летает. Очень много тополей. Кто-то матюкается из-за этого, кто-то радуется. Радуются те, кто кричит, что... тополь выделяет очень много кислорода. Некоторые кричат, что срежьте их полностью, потому что невозможно дышать. Пух лезет в глаза, в лицо. Всю эту дыхательную систему как начинает забивать. И невозможно ни дышать, ни ходить, ничего не делать. Ну вот, в принципе, мы доехали до текстильщика. Все едут в город. Вот время там 2-3 часа дня. А вот если будем ехать назад в часиков 5-6, то идет полностью сплошной поток машин со стороны города на окраины. В основном люди стараются с окраин ездить в центр города работать. Ну или там по каким-то еще другим делам. Кто-то может гуляет, кто-то еще какие-то дела решает. И вот бывает, иногда едешь и смотришь, очень много машин, очень. Так, ну что, доезжаем мы до текстильщика. Сейчас немножко пройдемся мы по рынку. Сейчас мы где-то тут справа припаркуем и выйдем, сделаем пешую прогулку. Где-то здесь надо машинку поставить. Да вот, в принципе, можно... и вот тут. Посещение рынков, всех общественных мест, в маске. Намордник надет, можно идти. Тут также есть, как и вещевой рынок, так и продуктовый. Вот там по левую сторону вещи можно купить, бытовую химию. Ну, там различные всякие цацки для жизни. Привет, Леночка. Пасты зубные, шампуни. Мыло. Мыло, все есть. Порошки. Все, что надо. Масло,
Вырезка, мясо, отбивная 240, филе 205, крыло. А вы по ценам подскажете, что сколько стоит? Отбивная и мякоть по 250, вырезка 280 и 230 ребро. Ага, спасибо. Так. Спасибо. Видите, вот такие вот цены. Здесь еще. Тут, видите, грудинка по 230. Шея. А почем шея сейчас? А ее нет. Ну, вообще, 320 где-то, да? 280. Ага, спасибо. Эти шея по 280. Разные цены. 250. Да, я так цены смотрю, интересуюсь. Это мы так ставим, мы можем и 220 посчитать. Ага. А баранина это? Это говядина. А в какую цену? Борщ 200, антрекоты 290, 350. Аня, давай, ложим. Так, ну в принципе. По мясу мы уже прошлись. Единственное, сейчас мы заглянем в сторону овощей. Там еще пройдемся, прогуляемся по ценам. Здесь вырезка, ребро копченое, грудинка по 320, колбаса по 330 рублей. Вот такие цены на мясную продукцию. Здесь рыба, селедка, скумбрия, анчоусы по 130. Да я так цены смотрю. Пеленгас, пеленгас по 130. Ага, потом увидите себя в Ютубе. Так, там у нас... А выход можно идти, а в эту сторону, вот тут овощи, фрукты, клубника по 350, а вешенки у нас по 130 рублей, по 130. Помидоры 100 рублей. Огурцы 65, капуста по 30, лук 45, картошка 35. Ой, я себя посмотрю. Да, вы себя посмотрите. Я не знаю, я тебя смотрю. Комментарии пишите только. Я понял. Так, бананы по 120. Апельсины 140, черешня, кстати, уже по 400 рублей. Узбекистан. Помидоры 120, бизон, лук 40. Огурец по 75, картошка молодая по 40 рублей. Так, а почем мед? Мед по 200, это майский? Тоник, это Данон майский. Нет, майский. Еще рано? Во-первых, рано, а во-вторых, он с пасеки приехал. Он ага. Глухо, там хоть бы оно будет. Я понял. Там вообще завал полный. Я понял. Майский прошлого года, вот 300 рублей. Акация, боярыш, барыш, ага. Видите ли, какие цены на мед. Ну и так, в принципе, все. Быстренько пробежались. Увидели все цены.
Ну, клубника 340, где по 270 есть. Ну, разные есть цены. Так, ну в этом мы были уже вместе. Единственное, вот там по вещевому рынку смысла ходить нет, так как там особо ничего вы не увидите. И вот точно так же есть там дальше овощной рынок. Здесь еще продают там лук, петрушку, укроп, щавель, там 10-15 рублей. Что касается цен на хлеб, то там 20-22 рубля. Батон нарезной обычный. И все. Кстати, кто слушает мой канал, я рассказывал именно за вот этот дом, даже за часть домов, они между собой соединены в китайскую стену. Большая такая китайская стена. Вот вам и Кировский район. Вы же говорите, что ты не приезжаешь. Приехал, показал. Опять же, все не покажешь, поэтому по возможности, если есть время, обязательно показываю вам родные места. Ну вот и пришло время заканчивать этот видеоролик. Сегодня мы побывали в Кировском районе города Донецка. Рынок «Текстильщик». Показал я вам актуальные цены в городе Донецке. Кстати, обязательно сравнивайте цены с вашими. Что-то дешевле, что-то дороже. В принципе, я основные продукты вам показал. Овощи, фрукты, также мясо. В основном свинина и немножко там говядины, баранины вы увидели на своих экранах. Не забывайте подписываться на канал, если вам нравятся такие выпуски, обязательно пишите. Пишите, будем делать их для вас, но вы будете поддерживать меня. С вами был Виконста, до новых встреч, пока-пока!